Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня у нас очередная распаковка по ссылке с сайта iHerb. Сейчас мы, как всегда, распакуем эту посылку. Я покажу, что я заказал и для чего это нужно. То есть краткая информация, буду, может быть, не совсем кратко, но буду стараться максимально кратко рассказывать, что к чему и как. Ну и прежде всего хотелось бы сказать, что да, довольно-таки длительный промежуток времени, где-то больше месяца или полтора месяца, может быть, даже не выходили видеоролики с iHerb, с разными подборками и с распаковками посылок. Да, у меня просто не хватало на все это время, но посылки по-прежнему приходили они достаточно часто и регулярно. Я заказывал множество товаров, заказывал товары и для себя, и для семьи, и для друзей, и для знакомых. И вот начинаю снова снимать видеоролики, начинаем снова снимать распаковки, категорию iHerb, категорию добавки, категорию здоровый способ жизни и интересные полезные советы. В целом, в дальнейшем буду чаще записывать такие вот видеоролики, потому что сейчас уже накопилось несколько посылок, может быть, даже не несколько, немножко больше. Ну и в дальнейшем еще собираюсь после всех этих распаковок делать более детальные, подробные разборы. Плюс ко всему, я, как всегда, стараюсь покупать при каких-либо распродажах, при скидках. Например, множество я заказывал на день рождения iHerb, там были скидки, там практически целый месяц был скидочный. Дальше 11.11 было, вот сейчас будет пятница, черная пятница. Не знаю, когда выйдет этот видеоролик, но в преддверии черной пятницы. И скидки уже есть. И также буду стараться публиковать у себя на канале разные скидки, разные промокоды, может быть, какие-то там еще купоны, акции и прочее. Все, что интересное, будет на сайте iHerb. Ну, естественно, не только, так как это мой лайв-канал, здесь обо всем понемногу, в том числе iHerb и все остальное. Кстати, и первый мой канал больше о гаджетах, если интересно, переходите. А теперь давайте будем смотреть. Коробку я уже открыл, чтобы удостовериться, что здесь все, что нужно, как всегда. Точнее, все, что я заказывал, есть. И здесь все есть. Как всегда, упаковка хорошая. И давайте теперь начнем по очереди. По очереди, вот сразу же скажу по поводу упаковки. Например, приходит, бывает и стекло, и пластик. И вот стекло пока еще ни одного раза. Все, точнее, ничего не было повреждено, ничего не было разбито. Все отлично, хорошо. Что здесь? Смотрите, это витамин Е, точнее масло, витамин Е ойл. И это вариант хороший. Смотрите, здесь множество средств будет для ухода, как для мужского ухода, так и для женского. А в целом здесь, знаете, вот такой вот универсальный, может использовать и женщины, могут использовать и мужчины. Так вот, масло, витамин Е, зачем он нужен? Это, кстати, стекло. Упаковано дополнительно в пупырку, в обертку, так что стекло точно так же доезжает хорошо. Смотрите, зачем нужен витамин Е? Это для наружного применения. Хороший вариант, в особенности для ухода за проблемной кожей. Зачем нужен витамин Е? Витамин Е часто применяют в косметике для улучшения кожи. Иногда применяют его наружу, ну а внутрь естественный витамин Е, он точно так же применяется для кожи. Этот только наружный. Есть отдельный витамин Е наружный, есть отдельно витамин Е внутренний. Ну и здесь, кстати, даже дозировка. Дозировка очень даже солидная, 70 тысяч единиц. Если посмотреть по составу, можно посмотреть, по составу. Здесь, кстати, есть краткое описание. Ну, можете, все ссылки на то, что я здесь заказывал, будут. Вот ингредиенты есть, смотрите. Все, что я заказывал, все ссылки будут в описании под этим видеороликом. Вы можете пройти, почитать более детально. Так вот, по составу здесь все натуральные масла. То есть здесь витамин Е и множество разных натуральных масел. В основном это растительные масла. Зачем нужен еще? Многие используют как масло для ухода за кожей лица, шеи и декольте чаще всего. То есть то, что больше вот, ну, на виду. Для чего брал я, точнее, это больше заказывала моя жена. Мы же заказывали и брали, во-первых, как раз для ухода за кожей лица, шеи и декольте, для увлажнения и ухода за кожей. И как
отчасти как массажное масло, но отчасти, не основной вариант. Так как хорошо это масло впитывается и не оставляет следов, то довольно-таки неплохая польза. Чаще всего используют, например, для того же декольте, шеи и лица в вечернее время, например, перед сном. Нанесли, впиталось и пошли спать. Очень хороший вариант, плюс ко всему здесь с дозатором, есть внутри пипетка и 118 мл, то есть емкость очень-очень даже солидная. Если использовать как раз в действительности для лица, для кожи лица, для шеи и декольте, на достаточно таки продолжительное время будет хватать вот этого вот бутылька или этой емкости. Плюс ко всему хочется обратить внимание на то, что здесь, как вы видите, не прозрачная бутылка, а темная. Но если присмотреться на свету, можно увидеть, бутылка темная, и лучше хранить, конечно же, в темных местах для того, чтобы масло не окислялось, так как витамин Е – это жирорастворимый витамин. Чтобы не окислялось, его лучше хранить при температуре порядка там 20, может быть, там до 25 градусов, и где-то в каком-нибудь темном помещении, или же там, ну, например, в шкафчике закрыли, чтобы меньше света попадало. Ну, плюс ко всему, здесь все защищено. Масло, как и полагается, нормальное, адекватное, не в пластиковой бутылке, а в стеклянной таре. То есть здесь с этим полный порядок, все хорошо. Темная непрозрачная стеклянная емкость, все как и нужно. Дальше есть вот такой вот вариант, что это марокканское аргановое масло. И здесь также сразу же указано, что это body oil, то есть масло для всего тела. То, что и указано здесь, body oil. Зачем? Этот вариант масла, можно так сказать, если вот это вот больше для кожи лица, шеи, декольте, то вот эта вот часть масла, точнее, то вот это вот масло для всех остальных частей кожи и тела. Мы же брали, опять-таки, во-первых, как body oil и как массажное масло для всего тела. То есть, ну, универсальный вариант. Состав здесь также натуральный, в описании ссылку можете открыть, посмотреть, почитать, что к чему и как, там все описано, расписано. И в составе также есть как раз витамин Е, который также очень нужен для здоровья кожи и вашего тела. Вариант неплохой, точно так же попробуем, проверим. Некоторые товары, которые здесь заказаны, я и моя жена заказывали впервые, но есть некоторые, которые уже использовались, о которых я расскажу в дальнейшем. И что же еще? А где же ты? Вот что хотел показать. Еще 100% какао-масло. То есть здесь, как вы видите, масло и много разного масла. Зачем вот это вот какао-масло? Сейчас, ну давайте попробуем открыть, показать вам. Вот, смотрите, вот это цельный кусок какао-масла. На запах реально как просто шоколад. То есть, если посмотреть, что это такое, то здесь также написано 100% какао-масло. То есть, вот это вот 100% внутри находится какао-масло, 28 грамм. Зачем оно нужно? В основном используют такие масла для увлажнения кожи, массажа, может быть, кожи. Ну, так как здесь его немного, то жена брала и этот вариант для увлажнения губ, как, можно сказать, аналогичный вариант гигиенической помады. Почему хорошо? Потому что здесь, ну, просто натуральный состав, какао-масло. Все, больше ничего нет. И for external use, то есть это для наружного применения, есть его нельзя. Смотрите, ингредиенты, какао, баттер. Все, больше ничего нет. Чистый продукт, какао-масло для увлажнения губ, как гигиеническая помада. Актуально особенно сейчас, вот в осеннее, зимнее и весеннее время, когда начинает холодать, когда начинаются морозы, когда начинаются холодные или прохладные ветры, и это хорошо. Так что вот такой вот вариант, самый обычной, ну, по типу как гигиенической помады, но с таким размерчиком ее хватит на очень-очень долго. Ну и к слову,
не знаю как. Вот это вот масло будет расходоваться, посмотрим, для всего тела, может быть, не сильно и много здесь, 250 мл, а, например, вот это вот с дозировкой, с пипеткой хватит на очень-очень долго. Далее здесь есть зубные пасты. Это универсальные зубные пасты для всех и для вся. Первый вариант Xylivite от бренда Now, второй вариант Sia Fresh от Jason. Нравится мне и первый, и второй вариант. Отличаются они минимально по вкусу, по запаху, по цвету, по консистенции. Например, вот это вот больше гель и пенится хуже. Это не гель, больше похоже на обычную пасту, хотя и указано, что гель, но больше похоже на обычную пасту и лучше пенится. Зачем я покупаю вот эти вот зубные пасты? Я их покупаю очень-очень длительное время, покупаю их стабильно всегда. Ну, во-первых, здесь упаковка большая, 181 грамм, 170 грамм, 181 грамм хватает надолго. Во-вторых, цена здесь также приятная, она либо такая же, как вы пойдете покупать у нас в магазине какую-нибудь адекватную зубную пасту, то есть не самую дешевую, не какую-нибудь там за доллар, за $2, а что-то более или менее нормальное, адекватное, то будет стоить примерно таких же денег. Но и плюс ко всему покупаю из-за состава, потому что в составе здесь отсутствует фтор, сульфаты, парабены. Вот, посмотрите, все, чего здесь нет. Это как раз то, чем лучше не сталкиваться или не сталкиваться на постоянной основе. Но иногда, справедливости ради, скажу, что использую пасту с фтором, правда, редко, и в плане профилактики, но это чисто мое мнение, потому что одни стоматологи говорят, паста с фтором в обязательном порядке у вас должна быть, если вы хотите поддерживать гигиену и зубы, чтобы у вас были здоровые. Другие же, больше, которые, ну, скажем так, углубленно изучают питание, нутрициологию, те скажут, что фтор очень-очень нежелателен, в особенности для детей. Поэтому для детей есть отдельная паста без фтора. Если у вас, например, не хотите вы заказывать или покупать на iHerb зубные пасты и хотите при этом без фтора, ищите какие-нибудь детские зубные пасты без фтора. Взрослые найти зубные пасты без фтора очень-очень тяжело. Ну и если найдете, это редкость, и возможно они будут также стоить недешево, а может быть и очень-очень таких не маленьких денег. Зубные пасты хорошие, еще раз скажу, нравятся, покупаем вот эти вот варианты чаще всего, которые я беру. Например, если по вкусу, по запаху, здесь легкая освежающая мята, Refresh Mint, Xylivite, а в Jason здесь, ну, более выраженный вкус и запах, но если вот этот вот легкий, здесь незначительный. Это не так, как в тех зубных пастах, которые вы сейчас покупаете после того, как зубы чистите. Такое впечатление, как будто бы вы что-то ядреное в рот закинули, и потом у вас такое впечатление, как будто бы там, ну, непонятно, что было и что случилось. То есть мягкий, приятный запах без всяких там заморочек. Дальше, что я хотел достать, показать. А, вот, точно. Бренд также знакомый, известный, Jason. Это жидкость для ногтей. Звучит, может быть, кому-то странно, кому-то нет. Девушки, женщины, которые смотрят, поймут. Жидкость для ногтей с чайного дерева. Зачем? Для того, чтобы ухаживать за ногтями и поддерживать здоровый вид ногтей и кутикулы. Увлажняет, смягчает, при этом у кого слабые ногти, хорошо помогает тем, у кого слабые ногти, тонкие ногти, или у тех, у кого ногти слоятся. Но здесь, знаете, вот только таким вот средством вы себе не поможете. Почему? Потому что для того, чтобы были хорошие здоровые ногти, не забываем, что здесь больше нутрициология, да, вспоминаем больше то, что я рассказывал и показывал в предыдущих видеороликах. Самый главный аспект – белок. Нужно наладить питание, чтобы был белок и потребление белка. И лучше, чтобы это был разный белок и животных,
животный, и чаще всего говорят, лучше всего за основу брать животный и вспомогательный и растительный. Тогда будет все более полноценно. Ну, естественно, для ногтей нужен кальций, магний и цинк. Вот тогда будут нормальные, хорошие ногти. Ну, и не только ногти, а множество других параметров вашего тела, вашего организма и... В целом, вам же будет тогда и проще. Ну, а так, в составе здесь, я уже сказал, чайное дерево есть, и оно хорошо тем, что это еще и антисептик. Помимо увлажнения и ухода, это еще и антисептик. Можно использовать как мужчинам, так и женщинам. У меня небольшие проблемы с кутикулами есть. Кстати, возможно, попробую, посмотрю. Может быть, поможет, может нет. Но не то, чтобы очень страшно, но немного все-таки присутствует. Идем дальше и дальше. Здесь вот такой вот карандаш. Это больше также жена заказывала. Это карандаш для бровей. Зачем? Ну, логично. Для бровей, для прорисовки бровей жена выбирала просто по цвету, по оценкам, по описаниям и по отзывам. Никаких специфических там вариантов подбора не было. Цвет, описание, количество заказов и отзывы. Если вот эти вот параметры много хороших, тогда и заказывала жена, поэтому данный вариант и выбрала. Далее здесь крем для рук. Это обычный повседневный крем для ежедневного ухода. Точно так же выбиралась как по принципу, ну, во-первых, бренд уже покупала Milled by Nature. Моя жена знает его и покупала много чего. Ну, а дальше все выбиралось по принципу состав, описание, количество продаж, оценки, отзывы. Покупаем точно так же вот этот вот вариант первый раз. Если хотите отзыв после использования, могу добавить либо комментарии в этом видеоролике по поводу продуктов, которые здесь есть, или же если хотите более подробно, то запишу отдельный видеоролик, либо я, либо моя жена расскажет более детально, в зависимости от того, что будет и что использовалось. Так, едем дальше. Здесь много всего, точнее, не много всего интересного, а вот это вот дезодоранты. Это антиперспирант. Кстати, что это зацепилось? Где-то что-то при транспортировке. Ну, в принципе, упаковка цельная, вопросов никаких не возникает здесь. Что интересного в этих дезодорантах и почему я их покупаю? Скажу так, что этими дезодорантами в моей семье пользуются все и пользуются много лет. Почему? Потому что здесь нет алюминия, здесь так и написано, алюминий вреден. Здесь нет парабенов и фталатов. Состав хороший, много-много натуральных ингредиентов. Сам гель, наверное, все-таки немного деформировался. Ну ладно, это не так страшно. Но сам дезодорант, гель твердый. Что здесь? А здесь этот более твердый даже, я бы так сказал, но такой как будто бы прозрачный. Так вот, сам гель или дезодорант как твердый гель хорошо наносится, поры не забивает. И смотрите, по принципу, конечно же, он просто убивает бактерии. Вы, когда наносите вот этот вот дезодорант, вы продолжаете потеть. То есть пот из вас выходит. Ничего страшного здесь нет, но при этом нет запаха пота. И это хорошо, потому что многие дезодоранты работают не по хорошему принципу, работают таким образом, что они забивают поры, и вы даже практически перестаете потеть. Но пот должен откуда-то выходить, и если он там не будет выходить, он найдет выход через другие места, что может быть не очень хорошим вариантом. Но это я просто грубо говоря и образно говорю, что может быть. После использования вот этих вот дезодорантов ни у меня, ни у кого из членов моей семьи никаких раздражений и проблем с подмышками не было. Использовали только для подмышек. И если я не ошибаюсь, его нужно использовать только для подмышек. Вот эти вот три варианта, кстати, вот это два одинаковых, идентичных. Вот это вот третий немного другой, он отличается минимально по составу и по габариту и весу. Здесь 73 грамма, здесь 71 грамм. Так вот, все три варианта без запаха, но
Если вам нужно, можно выбирать из запаха. Но без запаха больше подходит. Хорошо подходит, если вы в особенности используете парфюм. Соответственно, что у вас запахи не смешиваются. Плохой запах он убирает. Если у вас есть проблемы с потом, пот у вас пахнет плохо, нехорошо. Нужно, кстати, будет искать причину, если что, если уж, ну, уж сильно, если немного пот имеет запах и нормальный, адекватный, то ничего страшного здесь нет. Ну, а вот это вот все убирает напрочь запах. И вы не липкие после того, как используете, пот подмышками у вас не липнет. Футболки, одежда остаются дольше свежими, без дополнительного запаха. Например, ну, я знаю, что некоторые оденут буквально один раз какую-нибудь одежду, да, стоит провести только в этой одежде, и ее только уже на стирку. Ее не то, что в чистую не оденешь второй раз, ее даже дома одеть вы не сможете из-за того, что у кого-то, например, может быть проблема с потом и с запахом, с резким запахом пота. Вот это вот все может убирать и помогать с этим, и проблем здесь никаких нет. Мне очень нравится, моей семье нравится, и по, несмотря на то, что как бы небольшой он по сути, его хватает на долгое время, его хватает где-то одного дезодоранта примерно на один год. Достаточно долго он используется, и это также очень-очень сильно радует, и это в действительности классно. Ну, не знаю, без проблем рабочий день с утра и до вечера точно отхаживает, без проблем. И, кстати, осталось последнее, это просто салфетки с алоэ вера для снятия макияжа. Немного дороже, чем обычные влажные салфетки или же чем салфетки для антибактериальные. И вариант, в принципе, очень-очень даже неплохой, если снимать и использовать для макияжа. Просто для того, чтобы руки вытирать, лучше покупайте обычные, самые простые салфетки. Это, в принципе, и все, что хотел рассказать и показать. Кстати, здесь с алоэ вера очень хороший вариант также салфетки. Это последнее, что было в этой посылке. Здесь больше, как вы видите, такой вот, ну, по типу косметика, по типу уходовые средства для ухода за кожей, за телом. Здесь пасты для зубов, для макияжа. В целом все вот такое вот. Все ссылки будут в описании под этим видеороликом. Все самое основное интересное я рассказал по этим товарам. И если вам что-то нужно более подробно по определенному товару или по всем каким-то товарам, пишите в комментарии. Буду записывать отдельный видеоролик с опытом использования. Напомню, что вот это вот все, что заказывалось, это заказывалось лично для меня или для моей жены, или в целом для моей семьи. Поэтому буду использовать я, моя жена, моя семья, и, естественно, отзывы на все это будут. Так что, если нужно, пишите в комментариях. Все ссылки на все, что здесь есть, вы найдете в описании под этим видеороликом. Не забывайте использовать промокоды. Старайтесь покупать на распродажах, потому что на распродажах можно экономить 10, и 15, и 20, иногда даже до 50%. Причем достаточно часто можно экономить и неплохо. Для того, чтобы все это знать, слышать, подписывайтесь на канал и следите за новостями. По данному видеоролику у меня все. Если вам этот видеоролик чем-то был полезен или понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube, телеграм-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами обычные люди, общаемся друг с другом. И там, конечно же, больше тематика о гаджетах, но зато там такие как мы с вами обычные люди помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.